Больше чем уверен, что будет все хорошо. Это свыше нам всем отведено, кому когда родиться. Но вот мы с вами родились в переходное время от одной державы к другой державе, но все равно основа этой державы Россия, и она в наших руках. И я думаю, что многим людям там здесь 90-95% не безразлично, какой будет Россия, и все посильно готовы участвовать в том, чтобы преодолеть все трудности. Ну, так действительно произошло. Такой мир, такая геополитика, стык веков, стык эпох. Вот что нам досталось. Но давайте будем вести себя здесь достойно, и как при Советском Союзе, от каждого по способностям, каждому по труду. Давайте любить свою родину и не давать ее в обиду. Я больше уверен, что мы пройдем сложный период. Их в России тоже было немало. И проходили, и наступали хорошие. Просто в наших руках наше будущее, поэтому в каждой сфере, будь то в культурной, в промышленной, в сельскохозяйственной, в любой сфере, люди должны работать на благо себя и своего окружения, поднимать свой личный флаг. Ну и, конечно же, чтобы государство нам создавало условия для работы, чтобы людям было удобно развиваться в бизнесе или в культуре, или там в той или иной сфере в нашей стране. Я думаю, что все будет хорошо.